Всем привет! В этом видео вы узнаете, влияет ли пол на получение админки в ICPSL. Также у меня есть свои сервера в ICPSL, все подробности в описании видео. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь, а мы начинаем. Давайте я вам представлю команду. За мужика сегодня у нас будет Eclipse, ибо я хочу, чтобы никто не подозревал, что это видео. За команду девушек у нас Megus Apple, ссылки на их каналы в описании, ну а мы начинаем. Что? Почему я черный? Заливается, это задыхаешься. А ты хули на моем сироке, оливай нахуй? В смысле, а на каком, блядь? На рандомном. Ты дебил, ты чё, тупой, на рандомном. А чё там делал сервер со значками SS? Чё, блядь? Пацаны, как устроиться на админку? А, блядь, никого нету. Я один. Блять, что? Ну, это да, видишь, да. Алекс, не запишет. Будете умирать очень много раз. Что, блять? Очень много раз. Будете. 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 Приекайте моих мелких обузеров, я про админов. А вы о чем подумали? Как раз по поводу обузеров, кстати, вы смотрим сейчас за ним, блять. Вы будете умирать очень много раз. Все играют нормально, кроме этого долбоеба, блядь. Алекс, но мне этот сервер уже нравится. Давай возьмем этого наглого нерва. Так не зря же тут у нас эти закорючки, блядь. СС-овцы, блядь. Кстати, они с СС поменялись реально на закорючки какие-то ебучие. Очень много котиков. Хорошая администрация, любим наших игроков. Пацаны, вы меня любите? Ты чё, блядь, хули ты меня не любишь, нахуй? Это ж сервер такой, блядь. А вы меня любите? Ты охуел? Нихуя себе. О, ты стажёр? А у меня вопрос, как стать админом? За твои, ну, за твой мат я могу не, ну, не принять. Ага, пошел нахуй. Гений, блядь. Сюда нахуй. Я чувствую Eclipse. Он все стабильно. Ох, зря мы туда полезли, да? Стоп, чего они говорят? Я не знаю. Тебя админы забанят за такое. Фу, нельзя так. Там кто-то едет. Кто-то едет сейчас. Прости, прости, собака, прости, прости. Ага, пошел нахуй. Не трогай дышку. Не трогай Эй, друг, стой, можешь мне помочь? Да, бля, помоги мне! Как, кстати, я уже догадался, что будет. А как зайти на дискордик? Мне нужно стать админом для... Блять, он там мертвый лежит. Ага, пошел нахуй. Стой, друг, я не буду тебя убивать, дай посмотреть на твое произведение искусства. Можно интервью взять? Откуда ты взял столько, блять, патронов? А ты возьми калаш, возьми калаш. Да, чего? Чего? Бросил себя. Ага, пошел нахуй. Не надо. Сейчас будет бабах. Блять. Отойдите, отойдите. А ты с рояли, блин. Он наваливает. Ага, пошел нахуй. Ребята, а тут есть админы, можете сказать? Шай хорош, шай хорош. Нет, погоди, стой. А тут есть админы, можешь сказать, пожалуйста? Мне просто очень нужно. Ты пидорас любучий, блядь, скажи, тут админы есть, нет, блядь. Понял, вычеркивай сервак, хуям. Hello everyone, you can help me. This my problem. What? Ребята, можете мне помочь? Я вот админом хочу стать, вот, на этом замечательном проекте. Можете мне с этим помочь?
Короче, смотри, заходишь в Discord, ну сначала нажимаешь на Escape, дальше уходишь, заходишь в сервер инфо, нажимаешь на Discord, тут, ну, написано, блинбатер, типа. И дальше потом листаешь, и там, короче, и тут написано, типа, администратором сервера, выбираешь, какой тебе надо, и дальше заполняешь бланк, который там будет. Все так сложно. За деньги можно? Только а за отсос там, можно? Там вроде как, я читал, нужен пятый, ну, минимум пятый левел на этом сервере. Да что у него с руками, да? Ребята, я тут новичок, можете мне помочь, пожалуйста? Я вот хочу админом стать в этой замечательной игре. А если еще конкретно, то на этом замечательном сервере. Кто мне может с этим помочь, пожалуйста? Дам 100 рублей, блядь. 200. Че? Блядь. Стой, подожди. У меня вопрос. Слушай, можешь мне помочь? Короче, я хочу стать админом в этой замечательной игре. Можешь мне помочь с этим, пожалуйста? Да, хорошо. Как мне стать админом? Я сам не знаю, но, наверное, это как-то через Discord. Что такое Discord? Скайп. А что такое скайп? Вайбер. Что такое вайбер? Это телеграм. Можешь хотя бы сказать. Дэшка, можешь мне помочь, пожалуйста? Давай. А стой, а как стать админом? Может? Блять. Лицо забрали. Я твою мать забрал. Хеллоу! Не надо, не надо, бить! Это его, блядь. 41-45. Короче, тут, по-моему, нечего, блядь. Ловить. Касси! Где? Стой, надо его найти. Он же на спавне, да? Касси, 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 у меня вопрос. Ты же админ, да? Угу. А как ты стал админом, можешь подсказать, пожалуйста? Просто играл. Просто играл и просто само далось? А нет, сначала насторожора запросил, подружился хорошенько-таки с анархистом. Подружись, блядь! Постарался работать много. Он проводил, ну это в прошлом. Ага. И сколько ты уже работаешь админом? Не знаю, месяц. Месяц? Даже меньше, наверное. И у тебя высокая роль? Мне кажется, больше. А, нет, я сейчас зам старшего. Друг! Ой, Касси! О, Касси, а ты администратор? Слушай, у меня есть для тебя сделка. Тебе деньги не нужны? Что стало? Ну... Мне, послушай, очень важно, блядь. Давай уединимся в интеркоме, пожалуйста. Ты с нами. Мы вместе. Стой, Касси, Касси, остановись, Касси, остановись. Стой, блядь, Касси, там опасно. Идем. Касси, там опасно. Касси, быстрее, блядь. Тут минута. Да ёбаный рот, не ты, ты не Касси, блядь. Касси. Касси, Касси, Касси. Империя, империя, где империя, на, держи. Все, побежали быстрее, Касси. Касси, побежали быстрее. Так, ты у нас админ такой, да? Зава, да. То есть ты крутой парень. Стойте, да? Стойте, давайте из лифта не выходить. Хорошо, из лифта не выходим. Касси, иди сюда, я время сморозил. Касси, да, молодец. Ой, блядь. Касси, а тебя за это не ёбнут, как админа? А, нет, ёбнут. Огромное тебе спасибо, Касси. Короче, смотри, у нас есть предложение очень важное. Знаешь этого человека? А, да, недавно познакомились. А как известную личность, знаешь его? Конкретно не знаю. Вот это и ошибка, потому что... Потому что это мой красноречивый друг, и он хочет предоставить свои услуги, чтобы стать на стажерку. Понимаешь, о чем идет речь? Ага. Ты мог... Сможешь как-нибудь это управить? Потому что бартер, он, конечно, охрененный. Он для работы просто прекрасен. Уж поверь мне. Нет, я просто могу попросить анархиста, чтобы его проверил. Да, почему бы и нет? Это было прекрасно. Хорошо. Было замечательно. В плане, надо зайти, наверное, на Discord сервер ваш прекрасный, я прав? Да. А ваш сервер есть в информации, да? Вот Discord. Да. Так, я захожу. Всего 137. Это прекрасно. Вы не пожалеете, потому что администратор, он просто прекрасный, я знаю. Он у меня 150 рублей вчера спиздил. 100 часов. У тебя есть 150 часов? У меня 1400 у меня.
Пьёб твою налево. Ладно, в общем, уберем из внимания вот эту вот неловкую ситуацию, все-таки перейдем к делу. Ваш друг анархист, да, я так понимаю? Создатель сервера. Ну, создатель сервера. Нахуй! По всем требованиям я подхожу. И, соответственно, я бы мог что-то... Да, нахуй! Секунду, кажется, твоего друга убило. По-моему, нет. Я просто слышу, что он там, как бы сказать, у него есть свой клич, и он очень странный, если говорить коротко. Новая публикация. Так, Пашка, Я написал заявку. У меня микрофон в игре поломался. Можно мы немного сейчас постреляемся? Сюда сейчас толпа прибежит огромная. Хорошо, я понял. Мужик админку так и не получил, так что мы идем к Woman. Ты куда залез? Назад иди! Так, да, у меня там запись, короче, немножко... Да. Короче, вот он написал вот так вот, по итогу. Ничего как-то особо не получилось. Вот. Сейчас пойду на другой сервер пробовать. Короче, тема такая сейчас. Не перест сказал, а решетка www. А можно это остановить? Нет, твою налево. Господи. www, короче, значит, я сейчас заходила на хлебные приключения, там можно подать заявку, но проблема в том, то, что чтобы написать в чат, надо подтвердить номер телефона, а это как бы, во-первых, не мой аккаунт, да, а во-вторых, как бы да, вот, да, все. Поэтому сейчас пойду на другой уже сервер. Последний, который остался, это... Сказал, да что такое... Так, я выйду отсюда. Ой, не туда. Вот этот остался еще. Сейчас попробую зайти сюда. Посмотрим, что тут будет. Если там тоже нельзя будет заявку подать, то и ладно, и фиг с ним. Так, ролик рок. Давай. Всего набираем, чтобы у нас точно открылось. Тики-то. Ошибки, общие вопросы, не то, общение. Вы допустили потерю дорогостоящего обмундирования, его стоимость будет вычтена из вашего жалования, и вы будете служить, пока вам не исполнится 510 лет, потому что вам понадобится именно... Сейчас, короче, в чатике спросим. Ой, не тот. Где он? Вот он. Ребята, всем привет. Так, пока мне там будут отвечать, я зайду все-таки, да, поиграю хотя бы чуть-чуть для приличия. Господи, пусть там не будет уровневая система, я прошу вас, пожалуйста. Ну, кто бы сомневался. Боже мой. 72 уровень, вот это я понимаю, челу делать совсем нефиг. Что происходит? Это что за хрена? Я на Алексу сейчас напишу, чтобы он мне другие сервера дал, потому что на них, по-моему, вообще в целом нереально админку получить. Так, где вот это вот? Вот она. 3 человека, ё-моё! Ужас, 3 человека. Куда идёт это всё? Ё-моё, 3 человека. Дай мне просто загрузиться, я тебя прошу. Ну что ты вот так вот. Со мной. Ну, господи, он мне голосовой записал. Бля, короче, выбери любые вообще. О, скайпом. Вот так вот и проходят мои будни. Вот вы думаете, я там как-то что-то где-то, куда-то, действительно чем-то важным занимаюсь. А в итоге я уже на протяжении половины дня пытаюсь для Алекса записать видос. Это кто еще у кого в подвале получается? Ужас. Ребята... Ставьте лайки. Челы просто решили зарейдить походу сервер.
Ё-моё. Я буду прыгать. Так, где Дискорд? Я Лава Коти, если чё, у нас раунд заморожен, а ага. Следует, поэтому мы страдаем. А, я поняла. Заспавнили бы меня. Прочитайте правила сервера. Ладно, почитаю. Господи. Так, где тут? Короче, понятно, я сейчас в Дискорд написала, мне никто не отвечает, значит, получить админку в ближайшее время точно не получится. Пойдем на какой-нибудь другой Ноурулис. Можно попробовать на вот сюда? Но я не знаю. Не знаю, получится, нет. Но тут вроде не так много людей, уже не тысяча, да? Жалобы. Набор. Так. О, набор открыт. Правда, последнее сообщение 1000 лет назад было, ну, в общем-то. Так, какая форма? Ваш возраст, проекты вы были, знание правил, знание админ панели, ссылка, сколько часов в игре. Ой, короче, мне максимально лень даже заходить туда. Я просто сейчас заявку напишу. Вот, не знаю, насколько быстро ее рассмотрят. Так, ваш возраст. По легенде моего Steam профиля мне 15, и меня зовут Лиля. А на каких проектах? Так, на каких проектах мы были администрацией? Давай. Сейчас посмотрим. Сейчас рандомный какой-нибудь назовем. Какой-нибудь надо такой сервер, который никто не знает, но при этом который существует давно. Ням-ням-ням-ням. Я была, короче, админом у Алекса, во. Не, ну а что? Тема такая, мне надо сейчас, чтобы ты чуть-чуть подшаманила над своим стимом. Я просто, ну, вот этот же видос записываю, да? Ну, не видос, но ты поняла, короче, тему. Какое, что? Ну, то, что Алекс просил сделать. Типа, на админку села. Ну так вот, слушай, у меня же есть второй аккаунт, и я со второго аккаунта, короче, сижу. Вот, в Steam, чтобы меня конкретно не палили, а то вдруг кто-то узнает, хотя я в этом сомневаюсь, конечно, потому что я ноунейм на Ютубе, ну как бы пофиг, вдруг узнает. Вот, и мне надо, чтобы ты сейчас чуть-чуть изменила свой аккаунт, типа это был мой, но меня взломали, вот, и я сейчас на другом аккаунте, и все. У тебя же там 100 плюс часов есть. Так что я укажу, что это, типа, был мой аккаунт, чтобы меня приняли. Как это выглядит просто. Канада. Блин. Я считаю, это имба. Пусть Канада остается, это очень мемно. Привет. Привет. Так, и как у нас будет проверка проходить? Обычно включаешь демонстрацию экрана вместе с SCPSI, заходишь на локальный свой сервер, естественно, прописываешь команду в консоли admin.me и таким вот образом выдаешь себе админку, а дальше все идет по админ-панели. Ага, хорошо, я поняла. То есть у нас чисто по админ-панели будет, да? Чисто по админ-панели, по правилам я спрашивать не буду. Если ты уже собиралась сделать заявку на админа, значит, ты уже должна предварительно прочитать правила. Ну да, плюс там правила их совсем-совсем немного, так что... Так, ну давай, ну, что делать? Ну, обновление, согласен, хорошо. Request data, давай начнем с этого. Но request data пригодится тебе более, чем роль менеджмент, поверь мне. Ну да. Не нажимай, пожалуйста, кнопки, пока я не спрошу тебя. Хорошо. Проверку я скипну, ибо там ничего интересного по факту не было, там просто проверка на админ панель, поэтому идем дальше. Сейчас, вот, Катавасия экстра. Значит, на этом сервере меня взяли, не знаю, связано ли это с тем, что я все-таки побольше девочка, или, может быть, просто он сам по себе такой вот интересный молодой человек, да? Ну, в общем, как факт, меня взяли. Особо прям сильно не спрашивали. Если я где-то косячила, то как бы он на этом не зацикливался, объяснял и все. И принял меня, в общем.
А скажите, пожалуйста, у вас коллектив вообще дружный? Ну, вот, именно администраторский, стажерский, все как вот. А мне твой голос кого-то напоминает. Кого? Да так, ютубера одного. Чего меня о чем узнали? Нифига, зашла... Короче, зашла на ноунейм сервера. Меня, походу, узнают. Ну ладно, типа, у меня... Ну, я с фейка сижу, так что чики. Короче, я тут написала, да? Значит, Лавакоти 15, ну, короче, как обычно, я веселая девочка, добрая вообще, спокойная, да, там все конфликты пошли в жопу, на Урулис. Комьюнити, что, неправильно написала? Ага, понятно. Так, ну, короче, все по стандарту, опять неправильно написала, ну, фиг с ним, короче, ну, вот. Ну, все, получается, сюда кинула, да, да, вот. Туда тоже кинула. Теперь ждем ответа, ё-моё. Всем привет, короче, мне ответили на заявку, да, но сказали, типа, смогу ли я как-то подтвердить, что это действительно украденный Steam-аккаунт, что он был мой, да. В итоге я сейчас подделываю переписку ВК, я уже ее подделала, да, тут на самом деле вообще все другие слова. Я вообще со своим другом обсуждала, когда я в Москву приезжаю. Вот, но я тут немножечко подшаманила, и теперь как будто бы мы говорили про украденный мой аккаунт. Да, вот так вот, в общем-то, да. Скринов с АК у меня вообще никаких нет, из-за чего я как раз-таки его вернуть и не смогла. Я нашла только переписку со своим другом, где я, так сказать... делилась переживаниями. Мне кажется, знаете, что я боюсь? Я боюсь, что сейчас, если меня все-таки позовут на собеседование, мне скажут, слушай, а покажи, пожалуйста, переписку, да? Я такая, блин, нет, не могу, у меня ее нету. Так, ну, я думаю, чики. Ждем ответа. Здесь ответ я еще не получила. Заявку подала, но пока ничего не происходит. Честно говоря, я надеюсь, что мне откажут, и больше мне не придется ничего делать. Я не хочу, я устала. Я, видите, как заморочилась, да? Ой, господи, короче, он начал ко мне немножечко прикапываться, да, типа, можно было бы вернуть, бла-бла-бла. Короче, душнило конкретно. Вот, сказал, сделает исключение. Как бы вопрос, что дальше? Должна же быть, типа, проверка какая-то, да? Жди приглашения на собеседование. Так, продвижение есть. Значит, мне сказали, что проведут. Мы с этим чебуречком списались. 8 часов договорились. Сейчас я быстренько, короче, как обычно, распечатаю себе по приколу, да, правила. 6 правил. Там, не дудосить, соответственно, там, не рекламить, не богоюзить. Рейды тоже запрещены. Неадекватное там поведение, оскорбление игроков, саундпад. Если кто-то просит выключить, то нужно, соответственно, выключать и не затягивать раунд до 3 минут. Угу, правильно. Молодец. Идем дальше. Ознакомлены ли вы с админ-панелью? Ну да, ознакомлены я... Конечно, последний раз с администратором была в 2020 году, но сейчас там видеоролики посмотрела, типа там гайды по админ-панели, сама глянула на нее, ну, на нас, как бы, вот этом своем частном сервере, который создаешь, так смотришь, где ты один. Вот, вроде как разобралась. Хорошо. Давайте тогда скажите мне, пожалуйста, команду, которая меняет свет в комнате, в которой вы находитесь. А, получается, 2 раза си, ну, точнее, как бы 1 раз си, и потом color, и потом, получается, 1 число, 2 число, 3 число, там, какой цвет, в общем. Хорошо. Хорошо. Он даже не просит. Молодец. Он даже не просит демку включить. Чел просто максимально ситуация. Меня по поводу ситуации попросил вас спросить,
наш дорогой техадминистратор Худ. Пожалуйста. Слушайте ситуацию. О, господи, ну давай, погнали. Чё у меня камера не включается? Один человек. Ну, то есть, там есть правило про задержку раунда. Один человек. Играет, например, за ICP-183. Молодец. Другой человек играет за D-класс. Молодец. Они не затимили, сидят на раунд. D-класс не может разговаривать с 183-м. То есть, них считается нарушителем. И кому надо дать предупреждение? Ну, вообще, я считаю, что предупреждение надо дать обоим, потому что они оба все-таки затягивают раунд. D-класс смог бы уже либо подставиться под 173-го, чтобы он его убил, либо просто, ну, хотя бы убежать, попытаться выйти. Также и 173-й мог бы давно уже убить D-класс. Им обоим нужно давать пред. Лично я считаю так. Как? Это мое мнение, может. Вот именно, блядь, твое правда. Мнение. Иди я нахуй. Я считаю, что... виноват 173-й, ибо он не убивает последнюю цель. Это как на РП с Алексом у нас было. Так я ее не видел. 173-й, он ж... Почему ты ее не убиваешь? Вопрос главный. Так я ее не вижу. Ну, во-первых, не бана предупреждение. Изначально дается предупреждение. Человек с предупреждением, если ему дается бан. Ну, в принципе, вы ответили правильно, я бы тоже быстро дал бан, потому что мне лень выдавать какие-либо предупреждения. Так я так... Хорошо. Так в смысле, я же сказала, тэпаем башню. Да, говорим, да, да. Это и есть предупреждение. Я слышал. Бедный чел. Я не могу. Че за кринж? Вот все выдали. Ой, нифига здесь, конечно, ужас. Вумен дали аж на двоих серверах. Давайте подведем итоги. Лично я думаю, что пол никак не влияет, ибо и там подавали заявку. Это все зависит от сервера и администрации, так что вердикт таков. Пол никак не влияет на получение админки. Ну и на этом видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну а я не прощаюсь.